Здравствуйте, уважаемые дамы, здравствуйте, уважаемые господа. Мне сегодня захотелось рассказать вам о поисковых системах. Ну, не так, что прямо о поисковых системах, а в принципе. Везде одинаковые, поиск у нас везде одинаковый, во всех браузерах, где-то на страницах. Вот есть такая вот лупа. Вот такая лупа. Она объясняет, что здесь строка, в которой можно что-либо найти. Либо вы можете в любом браузере щелкнуть вот здесь вот, где нарисован у вас домик, там такое дело. Вот сюда вот так и написано. Введите поисковый запрос в Google или укажите URL. Это адрес, по которому вы можете что-либо найти. Вот, например, у меня здесь есть внизу закладки. Я сделала такие папочки, чтобы удобнее было искать. Или вот так дальше еще всякие разные папочки. Можно не папочки, а просто отдельные штучки такие. Вот если его запомнить, то уже запомнено и нажать, то она выскакивает вот такой сайт, где можно что-либо искать, тоже нажав на вот эту штучку. Ну, например, мне хочется посмотреть браслеты. Я нахожусь именно на сайте и могу видеть разные браслеты. Вот это вот браслет я делала. Это из кошачий глаз, такой камушки такие необыкновенные. Но я его подарила. И теперь наличия у меня его нет. Но я могу его сделать. Мы можем искать любые браслеты, чьи-то еще. Вот посмотрите, какие красивые. Есть такие детские браслеты. Такой этот сайт. Значит, тут если на него нажал, то он дальше дает в том же направлении, где ты нажал. Но сейчас оно везде так сделано, в принципе, сами. Это мы ищем на сайте. Потом, например, у нас, ну, мы нигде ничего не нашли, это такие, значит, ну, например, давайте еще на чем-нибудь поищем. Вот у меня есть закладка «Почта и сервисы». Например, о, давайте в электронном мире. У нас есть такой магазин, так называемый электронный мир. Вот они тут нас спрашивают, подписываться на уведомления? Нет, мы не хотим подписываться, но это хорошо. Тут реклама идет, электронный мир, та-та-та. Вот я живу в Харькове, вот Харьков, войти, пожалуйста, можно войти. Ну, мы пока ходить не будем. Здесь тоже существует система, это же Лупас, палочка, искать. Ну, искать тут много что угодно. Ну, давайте вентилятор поищем. Нам тут выскакивает вентилятором несметное количество. И такое, и всякое, и вот. Но это мы ищем именно на сайте. А мы можем искать в интернете. Например, здесь мы можем написать вентилятор. Напольный купить в Харькове, настольный, напольный, еще такой фокстрот, но он просто вентилятор. Вот там выскакивает их картинках и дальше, где можно купить, розетка и что хотите, в Украине, в Киеве, где угодно, и для климата, и для всего чего угодно. Вот в таких местах можно купить вентилятор. Вот, нам, например, захотели мы пары там все еще в живопись. Вот я недавно делала пост, мне еще хотелось найти какую-нибудь очень красивую картину. Вот я тут нашла. Значит, вот этот вот танцы, стиль жизни. Три картины Ренуара. Танцующие пары. Оказывается, не эту картину, а ты написал. Какие талантливые люди нас окружают? Мне это всегда вдохновляюще. Люди взяли такие красивые. Молодцы. Такой красивый прямой. Да. Мы о поиске сегодня, мы потом что-нибудь еще расскажем. Значит, вот здесь, значит, мы ищем. Здесь и здесь. Например, у меня есть страница в Фейсбуке. Я могу искать что-либо в Фейсбуке, в самом Фейсбуке, а могу искать у себя на странице что-нибудь, тоже что-нибудь. Я там не знаю, просто это делаю. Ну вот, у меня тут браслетов несметное количество. Вот такой, например, браслет. Продается. Если его нажать, то он переходит в YouTube канал. У меня тут есть YouTube канал. Такой браслет, он стоит $10. Тут можно посмотреть, какие бусинки черные и даже шампанское. Выставили на продажу 22 июня.
Вот у меня тут есть свой канал на YouTube. О, у нас новый подписчик, какое счастье. Ура, у нас еще один подписчик. Скоро будет мой. Здравствуйте, уважаемые мои дамы, здравствуйте, уважаемые господа. Ну вот, тут я тут рассказываю сказку про Деду Спау. У меня есть мой канал, у нас еще есть, так как мы живем с супругом вдвоем, у нас еще есть его канал. Он тут на канале рассказывает о сантехнических работах и вообще о мужских делах. Он у меня такой молодец, мой супруг, Аница. А я на своем канале рассказываю все подряд. У меня есть здесь видео про дедушку Ау. Это я читаю на 4-й том, 9-й главу. Пишу. Пишу сказку и рассказываю. Вот. Например, я не хочу это смотреть, если я пишу, и меня это не интересует. Я не выскакиваю только то, что меня интересует. Вот такие поисковые системы существуют. Можно искать во всех направлениях. Вот, например, у меня есть в Фейсбуке, у меня есть группа «Красота души», например, называется. Вот у нас тут уже скоро 51 участник, скоро будет еще больше. Ну, у нас тут в группе все хотят, чем хотят, тем и делятся. Вот, здравствуйте, ребята. Группа посвящена красоте во всех направлениях. Красота души – это идет изнутри. Радость души и счастье в глазах – это цель нашей группы. Присоединяйтесь, добро пожаловать. Ну и тут всякие, можно любые темы обсуждать. Вот девочка Алла Ткаченко, она делает такие украшения. Ну, мне очень нравится. Видите, какая красота. Так. Ну вот это я браслет свой нужен. Такой тоненький, удобный, изящный такой браслет. Шикарный, да? Потом тут цветы у нас, картины. Нам очень нравится находить красивые картины. Вот еще Аллочка выложила красивые украшения. Всегда прислушивайтесь к себе. Хороший человек ерунды не посоветует. Доброе утро. Перешагните, люди, через грусть. В общем, мы тут делимся. Что в душе, то и делимся. Украшения тут всякие разные у нас. Рисунки. Вот, доброе утро. Никаких претензий в жизни. Здесь мы делимся еще, мы состоим в школе Дуйко, делимся здесь тем, что преподают. Орехи продаем. И такие вкусные орехи. Ой, вообще балдежные. Ой, ням-ням-ням. Хорошо раскалывается. Ну вот эта картина этого художника. Это картина «Танцующая пара». Ян Стэн написал в 1663 году. Видите, какой молодец. В 1663 году написал эту картину. Очень мне нравится. Вот. Это кот наш. У нас 5 котов. Это один из 5 котов в Мотленке. Вот. Вот еще украшения. Когда я начинала делать украшения, я смотрела, какие цвета с чем совмещаются. Зеленый с розовым шикарно совмещается в украшениях красиво. Доброе утро. Это браслет я делала. Такой интересный браслет. Это шикарно смотрится. А вот тут такая цветы. У нас. Ага. Решила немного заняться своей фигурой. Нашла тренера. Фитнес-тренер, вот его ссылка дана, можем посмотреть. Артём. Шикарное упражнение. Я это сделаю третий день или четвертый. Но уже хорошо чувствуется. Вот там плоский живот, не очень сложно. В общем, очень интересный такой мальчик. Ну, мальчик, ну, конечно, не девочка, но приятно глянуть, я вам скажу. И приятно за ним повторять. Тут у него еще есть на стуле. У него есть упражнение на стуле, я каждый день.